Хочется передать привет всем ребятам с группы Viber Cop.ua. Ребята, вам всем огромнейший привет. Взгляните-ка, вывалился мне динарик. Вот это прикол. Я в шоке. И, кстати, лежал в чужой ямке. Я ее просто докопал. Класс. Ребята, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Субботний выходной день. Выбрался я покопаться недалеко от города на очень знанное всеми место. Я даже не знаю, кто здесь не был. Наверное, все поисковики с нашего города, из близлежащих, были в этом месте. Все здесь копали, все здесь начинали копать. В общем, и я выбрался. Болото месить не хочется на полях, потому как очень грязно. Выбрался я на выпасок походить по выпаску. Ну и, собственно, хожу. Есть сигнальчики. Хочется передать привет всем ребятам с группы Viber Cop.ua. Ребята, вам всем огромнейший привет. Всем удачи на копе. Всем хороших находок. Ну и, собственно, есть у меня находочка. Сейчас вам покажу. Очень сильный ветер, друзья. Не знаю, как меня там будет слышно, но я постараюсь говорить громко, чтобы вы меня услышали. Смотрите, вывалилось мне. Вывалилась мне фибула. Почти целенькая. Можно ее немножечко подровнять. По выпасу очень приятно ходить. Буду ходить копаться. Будут какие-то находки, вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Ребят, хожу уже полдня. Уже даже успел сходить пообедать. И подумал уже на секундочку, что портал, наверное, закрылся. Находок не будет. Но, как оказалось, нет. Есть у меня находочка, сейчас увидите. Взгляните-ка. Вывалился мне динарик. Кто такой? Пий, что ли? С одной стороны закиши немножко. Динаричек. Ну, блин, как я рад. На выпасе. Думал, не будет. Нет, есть. Да, динарик. Ладно, идем дальше искать. Вот такой вот выпас замечательный. Машина стоит. Иду дальше искать. Друзья, зацените, что мне вывалилось. Я такое первый раз в жизни вижу. Какой-то чувак. Но это не солдатик. Я еще лопатой вот проехался по нему. Бляха, ветер. Проехался лопатой, блин. Бронзовый. Блин, прикольная штука. Не хочется поломать. Какой-то как римлянин. Видите? Вот здесь вот у него на голове. Какой-то рюкзак сзади. Что это такое? Цеплялась, может, куда-то.
Блин, точно, смотрите, сапоги как римские. Блин, какая-то фигурка. Фигурка какого-то римского легионера. Блин, первый раз такое нахожу. И я, честно говоря, в шоке. Корнями зарос. Блин, портал открылся. Вот это прикол. Лица не видно. Одна рука отломана. Может, литье такое было. Блин, прикольная штука. Реально прикольный. Никогда ничего подобного не видел. У кого есть какие-то 100% римлянин. Вон какие-то, видно, одеяния, сапог. У кого есть какие-то, что-то в руке, может, держит. Ребят, у кого есть какие мысли по этому поводу, пишите в комментариях. Будем вместе разбираться. Ну, вот это прикольный, здоровенный такой. Блин, на лысую ладошку почти. Вот это прикол. Я в шоке. И, кстати, лежал в чужой ямке. Я ее просто докопал. Проверяйте, друзья, чужие ямки. Так что, блин, прикольная штука. Интересная. У кого есть какие-то мысли по этому поводу, пишите. Мне интересно услышать ваше мнение. Иду дальше копать. Вот такой вот выпас. Пожалуйста, керамики здесь немереное количество. Блин, классная штука. Римлянин. Читрин-тин-тин. Класс. Ладно, идем дальше искать. Смотрите, не переключайтесь. Статуэтка, которую удалось отыскать, оказалась древнеримским богом войны и плодородия Марсом. Воинственный Марс считался родоначальником и хранителем Рима. Его честь был назван первый месяц весны Март, в который совершалось изгнание зимы. Факт того, что Марс являлся одновременно покровителем земледелия и войны, может показаться странным. Однако это объясняется тем, что в раннем Риме земледелие и военная деятельность были тесно связаны между собой, и земледельцы были также воинами. Считается, что от Марса весталка Рея Сильвия родила близнецов Ромула и Рему. Римляне верили в то, что Марс помогает им быть непобедимыми, и отправляясь на войну, полководец приводил в движение копье и щит, взывая к Марсу. Марс, отлитый в статуэтке, носили с собой легионеры. Считалось, что это придаст им сил в бою и сделает их непобедимыми. Хожу, друзья, все по тому же выпасу, и есть у меня находочка. Вывалилась мне маленькая такая загнутая, по всей видимости, детская спинка с фибулы. Находочка. Солнце уже садится. Солнце садится, и времени остается походить очень мало. Но еще походим. Похожу, поищу. Находка. Ой, чуть не потерял. Берем, идем дальше искать. Смотрите. Ну что, друзья, день ближется к концу, и мне пора заканчивать мою сегодняшнюю дневную выходную экспедицию. Сейчас я вам находочки свои покажу. Так, по находочкам у нас что сегодня? Вот это вот шмурдяка накопал целую кучу. Три монеты. Две фибулы. Динарик выпал. Вот такой вот. Надо будет его чуть-чуть подчистить. В принципе, неплохой. Хороший динаричек. И, мне кажется, вот это самая интересная находка сегодняшнего дня. Вот такой вот легионер. Я ничего подобного раньше не встречал. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, делитесь ими.
Вот так вот как-то. Вот такие вот находочки, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Будут у нас еще выезды. Сезон только начинается. Сейчас пока мы сходим по выпасам, но уже скоро выйдем в поля. Потому как в поля еще особо не залезешь. Всем удачи, ребята. Всем пока.